Впечатления такие самые разнообразные, потому что даже вчера приехала, несмотря на какую-то вот физическую усталость, внутренне так все очень живо, многократно и разноформатно переживалось и переплеталось, и очень трудно было уснуть, потому что с одной стороны какие-то вот и маленькие озарения были, с другой стороны понимаю, что вот, ага, еще сколько всего впереди, планы. Планы, конечно, самые грандиозные, потому что хочется, чтобы вот эти методы, о которых я имею, наверное, сейчас только такое пространное представление, чтобы эти методы, они стали вот своими такими вот, ну вот, живыми, из себя, понятными, простыми, потому что пока все-таки это вот как-то так с таким скрипом, но уже очень приятно, что вот какое-то представление уже сформировалось. И самое главное, что я вижу поле для внедрения.